Ремонт летом, тепло зимой. В Иванове вовсю ведется подготовка тепловых магистралей к предстоящему отопительному сезону. Одна из самых масштабных реконструкций этого лета на улице Ташкентской областного центра. Это участок теплосети магистральной, контура ТЭЦ-3, вывод Д. Значит, участок меняется в объеме 300 метров по трубе, диаметр 600 миллиметров. Участок, который у нас на протяжении 2 лет показал большую повреждаемость, поэтому мы заявились на перекладку в этом году. За последние годы этот участок сети не раз напоминал о себе. Капитальный ремонт здесь проходит впервые за долгое время. А вот локально трубы приходилось латать часто. Масштабная перекладка позволит жителям на долгое время забыть о проблемах с теплоснабжением. Подобные работы ведутся сейчас в разных частях города. Задача – успеть до холодов. Если мы говорим про муниципальные сети, то ремонт у нас порядка 84% уже выполнен от плана. А план у нас на этот год порядка 10 километров. Вот. По ПАУТ-плюс ситуация немножко похуже. Вот. Начали они попозже, и сейчас у них идет некое отставание от графика. Они сейчас обозначают порядка 40% готовности. Но время пока есть. Сегодня на комиссии мы дали поручение активизировать работу с тем, чтобы в сроки начала отопительного сезона все работы были уже завершены. Традиционно ремонтные работы доставляют неудобства автомобилистам. Хоть рабочие и стараются не перекрывать движение, большинство тепловых труб расположены именно под проезжей частью. Терпеть осталось недолго. Главное – не забывать. Все это ради погоды в доме. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.